подышите. Сделай мне подыш. Котик хочет киску. Бей 2 минуты. Точно завязывать. Кстати, как там твой брат? Взялся за голову? Точно, надо ему набрать. Опа, позвонить. Алло, братик, привет. Как твои дела? Алло, родная, сейчас не могу говорить. Защищаю докторскую, давай чуть попозже созвонимся. Докторскую защищает. Какой молодец стал. Горжусь тобой. Блин, мы так давно с тобой не виделись. Ну когда ты уже вернешься? Ну потерпи, осталось еще совсем немножко. Слушай, а у меня есть идея. У тебя есть скайп? Да, есть. Ну тогда готовься. Хочешь, покажу киску? Да, давай. Ну блин, Ори, не смешно. Ну ладно, ладно. Ну окей, окей. Готов наслаждаться? Ага. Эй, эй, Ори. Черт, Wi-Fi. Работай, давай, работай. Ну как тебе? Сука. Ой, ты расстался с ней, чувак. Вообще она стрёмная какая-то была. Носки с ней в 2 раза чаще пропадали. Знаешь, Паш, ну оно может и правильно. Так а ты что, без носков ходишь? Да нет, в носках. Паша, смотри. Паш, не говори, пожалуйста, что я сейчас поворачиваюсь, и там идет случайно она. Волосы развиваются. Смотри! Ой, ну ты лошпед. Смотри, посмотри. Ставки на тушь! Твоя косметичка! Ставки на тени! Твоя сумка! Ставки на помаду! Гербами, где тебе она не надо! Ну ладно. Ставки на ровные стрелки! Начинает движение по левому флангу, смещается в центр, на замахе убирает под правую! Отличная техника! Опасный момент, опасный момент! Мимо! Эй! О, милая, ты хорошо сегодня выглядишь? Да кто с тобой дружить будет? Девчонки! Дурак! Он дурак! Пошел в жопу! Он Я люблю только тебя! А раз, два, три, мобилочка звонит! Конечно, только ты сегодня будешь! Если ты съешь еще одну печеньку, ты превратишься в безрукую, безногую, одноглазую какашку! Я хочу тебя, а я хочу тебя.
Сергей Амирович, извините, у меня тут проблема возникла. Мне нужно девушку забрать, она тут вот тут рядышком, буквально 2-3 квартала. Проедем и все, ладно, можно? Да, конечно. Спасибо, спасибо большое. Нужно расстаться. У меня появился другой. Создателей алкоголя во всех квартирах страны. Воды! 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 Воду Лэнд! Воды! Воды! Да какого хера ты везде? Лавочка закрыта! Варёк, варёк вода. Воды! В первых числах января. А Лори, смотри, ну я взяла буквально бутылочку вина, ну мы же не собираемся много пить. Мы так, чисто символически, за праздник. Ну конечно, чисто символически, по бокальчику. Девушка, вы мне очень понравились, может познакомимся? Давайте, пойдем погуляем. Ты красивый. Мне многие об этом говорят, но они крупно ошибаются. Красивый — это очень слабо сказано. Знаешь, я никогда не занимался вокалом, но пою я лучше всех. Я достигаю всего, чего я захочу. Многие думают, что я самовлюбленный эгоист, но я же не виноват, что я такой крутой. Да нет, у меня парень есть. Нет, ну, вы представляете, мой меня вчера заставил готовить и убираться. А мой запрещает мне в красивых платьях ходить. И вообще, мол, иди домой, уже 11. Капец, вы, девочки, конечно, не умеете загнать этих парней под каблук. Как? Научи. Научи, а. Ладно, бойцы, за мной. Итак, девочки, первое. Пафосное выражение лица. Он должен знать, с кем имеет дело. Девочки, базовые фразы сильной и независимой женщины. Сам готовь свой борщ. Нормально? Я иду с девчонками в клуб, а ты сиди дома и мой полы. Нормально? Ну что, девочки, я думаю, вы готовы. Мой звонит. О, мой звонит. Он сбросил меня. И меня тоже бросил. Девочки, подождите, звонят. Да-да, обед из трех блюд, конечно, будет готов. Нет-нет, что ты. Горячо, слушай, а что у тебя? У меня какао. А у меня кофе, давай поменяемся. Кофе лучше. О, у тебя что-то на лице. Зая, ты не видела мою кофту с шапкой? Видела? Смотри, это Big Baby Tupé. Я ее люблю. Слушай, кстати, у тебя же через неделю день рождения. Тебе может что-то подарить? Ничего не надо, у меня все есть. У кого-то сегодня день рождения! А ты мне что-то подарил? Ты же ничего не просила.